Привет, зайчики, девочки, мальчики. Мы в Северодонецке на Парковом озере. Впервые, опять-таки. Оно существует уже довольно давно, облагорожено в некоторых местах. А мы сюда только добрались. Неизвестно, что было бы с озером, если бы его снова не начали подпитывать водой. Парковое озеро искусственное и без подпитки могло бы обмелеть до полного исчезновения. В 2019 году власти Северодонецка прислушались к жителям, которые уже давно били тревогу и приняли некоторые решения по спасению озера. Не суть важно, кто за какие веревочки потянул, но в результате был найден способ наполнять озеро водой. В 2020 году городские власти также не обошли озеро вниманием и в качестве подготовки к купальному сезону расчистили кусочек озера в районе пляжа от камыша силами коммунального предприятия. Когда смотришь на пляж с ракурса птичек, задаешься вопросом: ну почему нельзя было расчистить немного больше? Ну посмотрите, пляжа гораздо больше, чем входа в воду. Камыши представляют собой некое бутылочное горлышко, сжимающее трафик людей. Хотя, возможно, это сделано для того, чтобы ограничить поток движущихся в воду горожан. Ну, если без шуток, то 10 метров влево и 10 метров вправо расчистить, и было бы гораздо лучше. Впрочем, на эту тему решение тоже выработано, хотя не такое быстрое. В апреле 2020 года озеро зарыбили, выпустив 3 центнера белого амура. В некоторых источниках говорится, что в озеро также и карпа влили. Всего, говорят, планируют заселить тонну рыбы. Рыба эта хорошо очищает водоемы от камышей, говорят. Но насколько хорошо, будет видно со временем. Ну, и если рыбу не выловят. Конечно же, с момента запуска рыбы на озере запрещена рыбная ловля. Теперь рыбалка считается браконьерством, а запрете рыбной ловли гласят объявления на каждом дереве. Но в любой момент времени, проходя мимо озера, можно видеть рыбаков, которые то ли читать не умеют, то ли неправильно понимают смысл написанного. Окруженная по всему периметру дорожкой вымощенной замечательного качества, красиво так все, даже разлинеено под велосипедную и пешеходные, и камышом почти везде, что дает рыбакам возможность ловить, парам влюбленным уединиться, ну и всякой твари по паре разводиться. Место классное, где находится это озеро, конец города, парк, лес, больничный городок, в конце концов, рядом. Поэтому, если что с кем случится, сразу на больничку, там помогут. Специалистов там хватает. Возле озера оборудована огражденная волейбольная площадка, что само по себе уже неплохо, ибо спорт – это сила. Подвезено много чистого песка для любителей загорать. Есть туалеты и кабинки для помыться и переодеться. Есть стационарное кафе и палатки стихийной торговли. Можно много и вкусно поесть и попить по доступным ценам. По некоторым данным, на пляже проводятся занятные вечеринки с пеной и дискотекой. Чуть дальше расположился пейнтбольный клуб с территорией для командной игры. Позвонив по указанному номеру, вы можете заказать игру, вам проведут инструктаж, выдадут обмундирование и отправят на территорию искусственных препятствий для получения удовольствия
от легкого травматизма. Для остальных посетителей пляжа это соседство почти безопасно. Маркер летит метров на 50, и если на территории проведения турнира не будет зевак, то никто не пострадает почем зря. По информации из разных источников, в озере серьезное превышение микроорганизмов, той же кишечной палочки. Именно поэтому купаться крайне нежелательно до заключения спецслужб, которые возьмут пробы и ответственно заявят о безопасности. В любом случае, северодончанам очень повезло. У них есть два озера в черте города, где можно хотя бы просто красиво погулять. Ну а в следующий раз, друзья, мы посетим с вами озеро Чистое. Тем более у меня накопились съемки прошлого, позапрошлого и позапозапрошлого года. И мы сможем с вами в динамике наблюдать, как озеро уменьшилось или увеличилось. До новых встреч, друзья! И не забываем лайкнуть и подписаться, если кто еще этого не сделал.